Не страшно жить за чертой бедности, страшно жить не с той стороны этой черты. А в России предлагают установить прожиточный минимум в размере 10 тысяч рублей со второго квартала. Между прочим, в стране нынче насчитывается почти 30 миллионов людей, чьи доходы даже до 10 тысяч не дотягивают. По проекту постановления для людей трудоспособного возраста прожиточный минимум составит 10 792 рубля, для пенсионеров 8210 рублей, детям полагается 9806 рублей. Рост прожиточного минимума составил всего 3,7%. Я вот все думаю, когда же кто-то из чиновников попробует на прожиточный минимум посуществовать. В этом году Россия должна полностью перейти на собственную систему пластиковых карт. По мнению правительства, ненормально, когда Visa и Mastercard обслуживают 97% клиентов внутри России. В руководстве ссылаются на опыт Японии и Китая, в которых созданы внутренние национальные платежные системы. Это своего рода защита от политического давления извне. Сейчас в России создана национальная система платежных карт, в которой 100% акций принадлежат Банку России. Выпуск карт этой системы под маркой «Мир» планируется на декабрь 2015 года. В 2016 году эмиссия станет массовой будут заключены соглашения о том, чтобы карты МИР были связаны и с другими платежными системами, чтобы обеспечить их международное хождение. В июне было заключено соглашение с MasterCard, в июле с японской JCB. Все хорошо, вот только Банк России зачастую не играет в интересах России. Морские круизы не теряют популярности даже в кризис. Спрос на этот туристический продукт остается стабильным. Отмечается, что популярность набирают круизы из портов Санкт-Петербурга и Сочи. Повышенный спрос отмечается на круизы на европейских кораблях-гигантах, следующих вдоль курортов европейских государств. Российский фондовый рынок открылся негативно. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1639 пунктов. В аутсайдерах – Татнефть, Банк Открытия, Алросос, Ургутнефтегаз. Среди лидеров роста – РДР «Русал», НЛ «Россия», ТМК и ММК. К открытию торгов в России сложился негативный внешний фон. Европейские и американские биржи в понедельник закрылись ростом, отыгрывая новости о достижении компромисса между еврокредиторами и Грецией. Азия торгуется преимущественно в минусе. На сырьевом рынке цены на нефть корректируются вниз, реагируя на сообщения СМИ о том, что «шестерка» с Ираном подписали соглашение. Курс доллара на 14 июля 56 рублей 60 копеек. Курс евро 62 рубля 98 копеек. Золото стоит 2101 рубль за грамм. Серебро стоит 28 рублей 12 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 57 долларов 16 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.